Спорт можа быць не толькі азартным, але і смачным. Сталічныя кандытары паказалі другія еўрапейскія гульні з новага ракурсу. Лісяня лесі, кубкі і медалі, ўсё гэта з шакаладу, цукровай пасты і бісквіту. 11 пекараў спаборнічалі ў кулінарным мастацтве. Выпякалі двухузроўневыя арт-кампазіцыі, караваі і пернікі. Конкурс прафесійнага майстэрства праходзіў у адным са сталічных хлебазаводаў. Арт-кампазіцыя на тему «Вторые европейские игры». Свою работу я готовила 2 недели. Она состоит из сахарной пасты в 3D формате с применением 2D техники, также с применением аэрографии. Аэрография – это с помощью трафаретов, которые изготавливаются вручную, раскрашивается аэрографом. Торт на спартивную тематику можно уже набыть в магазинах. До формы брендированный ассортимент поширить и распрацовать специальное меню для спортсменов.